Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу с вами поделиться трендами на маникюр сезон 2022, что актуально в этом году. Поэтому, если тебе это интересно, то оставайся, но мы начинаем. Сначала я хочу вам рассказать о цветах, которые преобладают в этом году, а затем вы увидите саму подборку маникюров. Так, думаю, вы уже много где видели, возможно, даже слышали, что сейчас очень актуален оранжевый цвет. И если вы еще не готовы в свой гардероб добавлять чего-то супер яркого и такого необычного, то как раз-таки лучше всего начать с маникюра. Однотонные оранжевые ногти — это будет прям хит этого лета. Я уже сама жду, не дождусь, чтобы сделать такой яркий и красивый маникюр, но пока что из-за школы я не буду этого делать. Как и оранжевый, сейчас актуальны все яркие оттенки красного. Этот цвет, возможно, будет не всем по душе точно, но тех, кто любит красный, эту новость точно порадует. Сейчас очень актуален также желтый цвет и зеленый. Желтый может быть самый обычный, такой солнечный желтый, либо же неоновый. А у зеленого, наоборот, более темные его оттенки. Ну и последние два цвета из моего списка — это лазурно-голубой или же фуксия. Ну а сейчас вы увидите подборку маникюра в актуальных цветах и с актуальными дизайнами. Приятного просмотра! На этом было все. Очень надеюсь, что это видео было тебе полезно. Если ты так, то, пожалуйста, поставь свой пальчик вверх, мне будет безумно приятно. Если ты хочешь знать больше о маникюре и обо мне, то подписывайся на мой канал. Ну а с вами была ваша Антоняшка, и всем пока-пока!